На сцене битва титанов баянного искусства. Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков сошлись в поединке, где победитель только один – музыка. Во многом благодаря дуэту «Баян-микс» народный инструмент стал популярен во всем мире. Свою любовь к нему Сергей Войтенко передает начинающим музыкантам. Это он в начале нулевых и придумал фестиваль «Виват Баян». Посмотрите, даже по Самарской области у нас сейчас конкурс на баян, на аккордеон в школу, а два человека на место. У нас будет особый концерт, он состоится в апреле, он будет называться «Самара, родина баяна». Мы соберем всех баянистов с Самары и Самарской области и отпразднуем, жахнем здесь большим оркестром. Около 150 человек будет на сцене филармонии. «Виват Баян» как конкурс собирает музыкантов со всей страны и из-за рубежа. Победители отправляют на стажировку во Францию. Около 90% участников остаются в профессии. Поступают в музыкальные училища и консерватории. Фестиваль поддерживает областные и городские власти. Фестиваль посвящен 165-летию образования Самарской губернии, 430-летию образования Самары. Просветительская деятельность, которую проводит Сергей Иванович, деятельность по поддержке молодежи, очень важна, и она имеет хороший очень результат. Более 40 тысяч зрителей за это время прошло через ваши концерты только в Самарской области. Вдумайтесь в эту цифру. Огромная работа проводится с детьми, с начинающими музыкантами. По территории всей области ездят Сергей Войтенко и его ребята, соответственно, проводят творческие встречи, находят молодых звездочек, помогают им раскрыть свой талант, дают большую дорогу в искусство. Дуэту «Баян-микс» в этом году исполняется 10 лет. Выпускники обычной самарской музыкальной школы скоро отправятся в мировое турне в честь своего юбилея. Их педагог Алла Кац уверена, баян шагает по планете благодаря ее выпускникам. Самара у нас не только Самара космическая, не только самые красивые девушки в Самаре, но еще и первый баян все-таки изобретен был в Самаре. Ольга Морозова, Григорий Плешаков. События.